А спонсором этого видеоролика является мой надежный партнер, продавец монет Папа Карло. Он занимается покупкой и продажей монет и аккаунтов по очень выгодному курсу. А с промокодом TRADEMASTER вы получите 10% скидку. Все ссылки в описании. Приветствую всех на канале, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами откроем наградки за Элиту 3, да, с опозданием, но я был, ребята, в глубоком анесайне, наконец-то я оттуда выбрался. И второе, мы с вами сделаем обзор маркета. Это очень важно, наверное, самая важная тема, потому что нас ожидают много СБЧ на этой неделе, и я думаю, нужно с вами поделиться своими мнениями. Насчет маркета и то, что я делаю, я закупил тотса в ультимейт, потому что есть такая тенденция, до выхода СБЧ они сильно падают на панике, когда СБЧ выходит, люди, которые хотели какого-то игрока с ультимейт команды в состав, соответственно, они его не поймали, что они делают, они идут на маркет и цены сильно растут. И я их сейчас выставляю для ленивцев по оверпрайсу. Ну, условный тренд, я его брал за 155, за 150 тысяч, это было в понедельник во время наград за сквад батл, он у меня уже уходит, за, видите, за 188 и выше, я думаю, он пойдет еще выше, но, так сказать, беру экстра прибыль. Великовича Савича я брал больше как подлинки, потому что есть много разных вложений, то есть какие сейчас у меня планы. В первую очередь это ультимейтоцы, потому что, ну, тенденции, да, выходит СБЧ, цены растут, это раз. Второе, это линки под четверг, то есть у нас четверг получается, люди получают красные пики. И условно, почему Милинкович Савич? Потому что, вы знаете, в ультимейтоцах сейчас есть иммобили, он будет часто в паках падать, в пиках вам точнее. Также есть Луис Альберто, и возможно, люди будут линковать их через Милинковича Савича, он очень популярный. Вот, я его взял, взял Кимихов пару штук. Также взял рейтинг, который у меня сейчас уходит, набрал облаков. Облаков я брал за 73 тысячи, 74, потому что он самый дешевый в своем рейтинге. А у нас, возможно, СБЧ на икону будет в ближайшее время, плюс СБЧ на тотса, возможно, ультимейт, другие сборки. И я думаю, он будет популярный. Хумельсов я брал за 79, 78, 75, вот, потому что, ну, также самый дешевый рейтинг. Насчет Хакими, он классный линк, как по мне, именно будет в четверг под тотсы. Потому что у нас есть Хумельс в красных пиках и у нас есть Санчо. И Хакими как раз линкует что одного, что второго. Соответственно, он просел на панике, я решил пару карточек взять. Милинкович Савич, видите, покупка была за 180 тысяч, он уже 200к, он уже по чуть-чуть растет. Насчет Хендерсонов я их брал по 180-182. Почему я его брал? Потому что по тенденции, да, тенденция. Еще раз тенденция. Взял много Робертсонов за 195, за 196. И все в этом роде. Почему? Потому что люди будут получать красные пики Ван Дайка, того же Садио Мане и Хендерсона. Соответственно, Робертсон будет линковать. Возможно, он наберет в связи с этим. Кроме этого, что у нас еще есть? Луис Альберто за 155 брал. Очень дешево, как для этого игрока. Дальше много рейтинга, который еще не продался, но он сейчас очень хорошо вырос на хайпе. Вот, я много рейтинга уже продал. Взял парочку аров за 250, он также просел, карточка популярная. Я видел на прошлой Weekend League, он сильно-сильно набирал в цене. Вот, так что все эти карточки я спокойно выставляю для ленивцев, пусть они продаются. Дальше я хочу с вами перейти на Footbin, точнее на Twitter. И сегодня мы получили такое интересное СБЧ. И в кодах игры вы можете увидеть, есть сборка на гарантированного тотса остального мира, все логично, но нет СБЧ на тотса ультимейт. Что это значит? Его вообще не будет? Или это сборка, где мы получаем гарантированного тотса или с премьер-лиги, или с французской лиги, или с ла-лиги, бундеслиги, или серии А? То есть это СБЧ заменяет ультимейт сборку? Я думаю, возможно, нет. В таком случае eSports, вероятно, сегодня во вторник сделают нам сборку на игрока с остального мира и эту сборку. А уже потом, возможно, в четверг, возможно, в среду, они еще добавят сборку на ультимейт тотса. В таком случае рейтинг будет очень хорошо расти. Также, вы знаете, у нас сборка на икону. Я думаю, возможно, она выйдет по окончании тотсов. Тотсы заканчиваются у нас в пятницу. Контента 0, возможно, икона это будет следующий контент, перед Футис. Футис видос будет обязательно в ближайшем будущем, я запишу. Вот, так что тяжело сказать. Самый главный вопрос, вот эта сборка на одного из тотсов 105 лиг, будет ли оно повторяемое? И тем более будет оно еще и продаваемое. В таком случае, друзья мои, рейтинг будет в космосе, а вот маркет остальной будет сильно умирать. У нас было такое СБЧ в прошлом году, хочу вам его показать. Но оно вышло уже в конце, в середине августа. Вот как раз
когда мы с вами общаемся, когда лучшее время покупки состава, когда самое дно цен. Вот, именно в эти дни, 14-15 августа, всегда дно маркета. Если вам это интересно, само собой, кому это уже интересно будет на это время, за месяц до окончания игры. Но такая эспорка у нас была. Она была, ребята, повторяемая. То есть немножко меня пугает то, что я вижу сейчас в этом ходе игры, потому что, сборка такая же. Но мы не знаем, как EA сделают. То есть все в руках EA Sports. Если сюда присмотреться, то в условиях рейтинг 84, сыгранность минимальная и один тотс. То есть максимально просто. Если мы что-то такое сегодня увидим, теря завтра, маркету будет очень больно. Очень больно. Тем более, если сборка будет продаваемая, да еще и повторяемая. Насчет рейтинга, почему я его продал? Я вам говорил, я был в глубоком NSI, где-то миллионов на 5, 6 или 7 даже в рейтинге. Я покупал 86 рейтинг по 12 тысяч, по 12,5. Как вы можете увидеть, он уже полностью 16К+. Центральные защитники и то по 20-21 тысячи продаются. Рейтинг 87, я брал того же Наваса по 15, он уже ушел у меня за 21 тысячу. То есть очень дорого. Все другие карточки также, которые я покупал, тот же Бернардо Силва, он был 16 тысяч, 17 максимум, он 22 тысячи стоит. То есть все сильно растет. Рейтинг 88, я брал Хандановича, он был в моем приоритете. Я брал его за 20 тысяч и ниже. Он у меня сегодня продался за 27. 7 тысяч рост, ребята, ну, меня все устраивает, в принципе. Я не говорю, что это продажа. Я думаю, он пойдет еще выше, этот рейтинг. Но просто я хочу выйти с Анесайна, я хочу открывать пак, я хочу делать контент. Я не хочу сидеть вечно и ждать максимальную прибыль. Рейтинг 89. Отличный рост. Я припоминаю Гризмана, Суареза, других ребят, которых я сегодня продал за 3-4, я их брал по 26. То есть большущий рост на карте, 8 тысяч рост на карте, друзья мои. Полностью устраивает, я взял деньги. То же самое касается рейтинга 90. Я брал много Слимани за 30 тысяч, он мне продался за 38. Также я брал с рейтинга 89 центральный защитник Абдельхамид. Хамид, как-то так, я его покупал за 28-27. Он у меня улетел за 38. То есть десятка на карте выросла. Цена, меня все устраивает, я беру деньги. Какие расклады насчет тотсов Ultimate? Вам это, наверное, будет очень-очень интересно узнать. Мой прогноз. Я думаю, если сборка будет сегодня непродаваемая, простенькая сборка, рейтинг 84 тотс или там 85 тотс, люди собрали, забыли, они пойдут вверх. Если мы не получим сборку на Ultimate тотсов, они точно пойдут вверх. То есть я вижу в этой команде большую перспективу роста, но вы уже сами должны решать, нужно оно вам или нет. Если нужны вам эти игроки, можете рискнуть взять до СБЧ. Если вы боитесь, тогда ждите условного четверга. А если вы вообще имеете очень большой страх, ждите середины августа. Вот тогда и покупайте, если вам интересно. Но лично я покупаю сейчас. И если мы с вами сейчас перейдем на мой состав, где мы сейчас откроем награды. Вот у нас мой состав. И я его усиляю как хочу. То есть у нас уже получается почти конец игры. Зачем бояться? Я собрал такой состав, он финальный. Я продал, ребята, Гулита, Моментс. Я потерял в нем 3 миллиона монет. Почему? Потому что он ни о чем. Средний Гулит намного лучше. На полном серьезе вам говорю, это звучит, наверное, странно, но это так. Также купил Неймара. Нужен Неймар, понравился мне, покупил. Упал Донзо до 4 миллионов. Ну, упал. Конец игры, ребят, чего бояться. И сегодня наш состав усилил. Кристиану Роналду пока что он на банке. Я думаю, как его применить в составе. Ну, как-то что-то придумаю, одним словом. Взял за 4,7. Он был 4,6. Но никогда не успеешь и не угадаешь взять карточку по самой нижней стоимости. Так всегда, ребята. Насчет защиты я тренда снял. Не знаю, хоть Карвахаля взяли. И также Ван Дайк немножко надоел. Если честно, мы собрали Милитао. Да, дорого вышло. Но ничего, эта карточка уже до конца игры. Он мега популярный, мега играбельный. Спасибо за фидбэк Ёжику, который подсказал о нем. Посоветовал, что это одна из лучших карт именно в защите в FIFA 20. Какие дальнейшие планы? Я думаю, мы Кройфа купим в будущем. Но пока что этот состав будет играть очень-очень долго. Все остальные деньги, которые у меня есть и будут вложения, которые сейчас, они будут исключительно для трейда. Теперь у нас, друзья, награды. У нас есть 3 красных пика. Ну, кроме Неймара, меня больше никто не интересует.
Вот, у нас есть Кенни Лала. О, это отлично, это супер, потому что... Да, ребята, вы знаете, это отлично. Арсений мне рассказывал о Лале, говорил, что он лучший правый защитник в игре. И если поставить, получается, Мбаппе на позицию правого полузащитника на семерку, то Лала его идеально залинкует. Отличный улов, Лала прекрасно. Это однозначно плюс, я очень доволен. Второй пик. И у нас Тьяго Сильва, у нас Мемфис Депай. Вау, ну и сыпет, ребята. Депай отличная карта, супер играбельный. Пока что 2 из 2. Ну давайте еще Неймара, ну я прям не знаю, что сказать в таком случае. И у нас дубликат Лала, к сожалению. Ну, наверное, стоит брать Моралеса как самый высокий рейтинг. Теперь вашему вниманию 2 продаваемых паки. Один из них за 100 тысяч монет. Ожидаем увидеть волкаут. И потом у нас будет 3 гарантированных тотса, на которых можно делать деньги. Надеюсь, мы в них что-то поймаем. У нас первый пак, это голкипер. Ну, это Икер Касильяс, между прочим. Хорошо, 83 рейтинг, все как нужно. Пак за 100к, у нас падает 83 рейтинг, все идет по плану. И самый главный пак сегодняшнего вечера. 3 продаваемых тотса с Лиги 1. Я думал, возможно, оставить все паки на большой пак опенинг во время ультимейт тотсов, но нет, ребята, я не устоял, к сожалению. Что у нас будет? Это Франция, это хороший флаг. Это ОАР, наверное. Это Савинье. Я даже, ребята, себе не представляю, какой мусор у меня под этим Савинье сейчас будет. Манданда и Райкович. Кто из вас, друзья мои, видел худший пак за Элиту 3? Напишите, пожалуйста, в комментариях. На этом у меня все. Всем пока.